Леонид Голощёкин, джаз филармоник оркестра. Николай Сизов, фортепиано. Николай Затамлочный, контрабас. Гарри Бекасарян сегодня с нами. Алексей Дмитриев, труба. Сергей Марголин. Евгений Соколов. Иван Васильев. Антон Марков. Александр Козлов. Петр Волков. Валентин Пацук. Юрий Богатырев. Андрей Блинчевский. Кирилл Кубякин, Руслан Васильев и Прохор Бурлак на баритон саксофоне. Большое спасибо. Для нас сегодня большая честь выступать здесь и тем более выступать с таким маэстро, как Давид Семенович. Это вообще, Давид Семенович, это вообще случается очень редко. И хотелось бы, конечно, почаще. Но вот сегодня как раз такой замечательный повод. Мы еще сыграем что-нибудь вместе, а пока мы продолжим замечательной композицией, которую написал Харальд Арлин. Называется она «Blues in the Night».
Сейчас мы сыграем одну композицию Дизи Гиллеспи. Называется она «У-бап-щи-бам». Это такая непереводимая игра слов, но зато очень ритмичная. И я думаю, что вы сейчас сами все поймете. Thank you.
Thank you.
Сейчас мы хотели на сцену пригласить еще одного нашего солиста. Это Сергей Долженков. Он играет на тромбоне. Если он слышит нас, просим его подняться на сцену. Может быть, он где-то еще репетирует. Или ушел. Сейчас такую композицию, которую для нас написал один наш французский друг, он тоже джазовый трубач, живет в Париже, у него тоже свой оркестр, и он написал такую, ну, можно сказать, что это слегка такая шуточная вещь, написанная специально для тромбона, называется она «Блюз из двух нот». Вот, когда он ее писал, он имел в виду, что на тромбоне больше двух нот сыграть невозможно, но это, конечно, шутка. Но вы сейчас сами все поймете, я думаю, что Сергей докажет вам обратно. Thank you.
Сделать это с этим оркестром, но
Получилось, да, получилось очень хорошо, это, если ничего не сказать. В общем, мне очень понравилось, не знаю, как ребятам, но я был в восторге. Получилось! Спасибо! Вот сейчас мы сделаем это снова.
Валерий Козырьков, тромбон, джаз Филармоник оркестра. Thank you.
Гарик Тасарян, барабанщик. Николай Сидок. Также мы были свидетелями поединка наших трубачей. Это Алексей Дмитриев, Сергей Марголин, Евгений Соколов, Иван Васильев. Сейчас мы бы хотели вновь пригласить на сцену Давида Голощёкина, маэстро, чтобы сыграть еще пару вещей совместно. Я думаю, что это будет первая композиция, будет называться «All of Me». Это прекрасный джазовый стандарт, любимый всеми музыкантами и слушателями. Но в аранжировке Теда Джонса, что не очень, кстати, обычно для этой композиции.
Сейчас прозвучит, наверное, одна из самых известных, а может быть, наверное, самая известная тема джазовая, которая... Подожди, ничего не говори. Как вы думаете, что прозвучит? Какие темы наиболее популярные вы знаете из джаза и хотели бы услышать? Так, Тейдэйдрин. Еще? Стандарт! Сам, кто сказал Summertime? Кто сказал? Вы сказали. Вы выиграли. Джаз Филармоник Оркестра. Спасибо.
ну. Я сначала был откликнулся на ваши аплодисменты, и потому вы меня приостановили, я хотел уже уходить, потом стал совещаться. Я подумал, что вы хотите, чтобы я еще просоверовал музыку. Спасибо большое. И, конечно, я стал замешать себе от ваших аплодисментов, которые я до конца не понял. Но сейчас уже понятно. Потом, есть еще одно обстоятельство, что в среде правозащитников были замечательные люди, которых необходимо, наверное, было бы вспомнить нам, которых я лично знал очень хорошо, и знаете, наверное, все вы знали. К сожалению, мы должны употребить прошедшее время, это, к сожалению, очень большому. Но это были люди из нашего сообщества, которые были всегда рядом. И, помимо всего прочего, люди, которые очень любили джаз. Поэтому я хочу следующий номер посвятить и свое соло, и то, что мы бы сыграли вместе, бы посвятить двум прекрасным, замечательным нашим товарищам, которых, к сожалению, нет, Юрию Шмидту и Борису Пустынцеву. Я лично знал хорошо, очень. Были прекрасные, замечательные люди, к счастью, меня судьба свела с ними, и поэтому не вспомнить нельзя, и поэтому мы сейчас сыграем. Это не будет травмная музыка, ни в коем случае. Иногда это бывает в виде реквиема какого-то, мы не будем говорить реквиема, мы сыграем просто настоящий джаз, поскольку оба они это очень любили. Thank you.
сразу. Давид Калачёвин. Слово. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Спасибо. Это было потрясающе. Спасибо. Класс Филармоник оркестра. И нам осталось закончить этот концерт замечательной композиции, которую наверняка вы все знаете. Ее написал прекрасный трубач, шоумен Луи Прима. Называется она «Sing, sing, sing». Солист Стефан Триффин из Великобритании, который обладает невероятным голосом,
просто как две капли воды, похожим на Фрэнка Синатра. Так что это будет замечательное шоу. Я думаю, что это будет незабываемое шоу. И такого шоу еще не было в Санкт-Петербурге. Так что, если будет свободный вечер, заходите на этот концерт. Будем рады вас видеть. Спасибо большое. До новых встреч.